محمد محمد الصلاة والسلام. Наш путь – это сахбет, и в собрании заключено благо. Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Сура 45, аят 13. Аллах Азаваджала сотворил все на небесах и на земле для нас, для человечества, для нашего блага. Он сотворил все и не остановился на этом. Его творение продолжается. Он не остановился после того, как создал нас. Его атрибут Творца продолжается. Когда придет наше время, произойдет кияма, и все верующие попадут в рай, а Аллах продолжит свое творение в других местах. Наш разум не может постичь его знаний. Нам важно лишь знать, что все здесь создано для нас, для нашего блага. Аллах говорит: «Я создал все на небесах и на земле для службы вам и для вашего пропитания». Есть вещи, которые мы видим. Есть явные вещи и скрытые. Во всем этом есть польза для вас, пока вы находитесь на пути Аллаха. Аллах даровал это всем, без различия, как верующим, так и кафирам. Те, кто это ценит и совершает шукр, выигрывают и извлекают пользу из этих милостей. Есть люди, которые этого не ценят и не верят в Аллаха, но Он все равно дает им то же самое. Однако они не будут в выигрыше в день расчета. Когда кафиры увидят свое наказание в судный день, они пожелают стать прахом, чтобы не нести его. Но поскольку Аллах создал людей с определенной целью, каждому придется дать свой отчет. Пусть Аллах сделает нас из тех, кто ценит Его милости и совершает шукр. Инша Аллах. Пусть эта милость будет вечной для нас. Инша Аллах. Лиллахи Та'ала аль-Фатиха.